Всем привет, дорогие друзья, с вами Анри, и сегодня мы начинаем прохождение игры Spawn Armageddon на Nintendo Cube, GameCube. Никогда в эту игру не играл, и мне очень интересно, что же она из себя представляет. Знаю, что есть Spawn на первую PlayStation, знаю, что есть офигенный Spawn на Dreamcast, который я просто от и до прошел. И вот знаю, что есть вот этот, уже знаю, но никогда в него не играл. Поэтому сейчас мы посмотрим. И надеюсь, мне понравится. Так, New Game. Давайте на Easy, потому что мы не знаем, что нас ждет. Поехали. Ролик, кстати, очень классный. Так. Мы же помним, да, кто такой Spawn? С вами помним, что он умер, сгорел, и дьявол ему предложил сделку. Если ты возглавишь мою армию дьявольскую, то я разрешу тебе воскреснуть и появляться на земле. Exactly sure what it was, but it can't be good. A herald of things to come? What are you saying? I have a feeling that you're about to get involved in something that may overwhelm you. Whatever that beam was, I can handle it. Now, if you don't have anything helpful to say... Так, давайте разбираться с управлением. Это камера вертеть. Здесь у нас голуби летают. А ну пошли вон. Так, вот что-то у нас здесь лежит. Судя по всему, это комикс. Блин. Непонятно. А, это судя по... О, коллекционирую комиксы, чтобы открывать бонус-арты. Окей. Так, давайте заберем комикс. Comic book cover номер 2. А это, я так понимаю, типа чекпоинта, да, что-то? Так, это прыгать. Двойной прыжок есть. Вау. Где здесь, интересно, комиксы? В каких местах они хранятся? Опа. Я могу еще и бить топором, оказывается. Красная сфера — это жизни. Да, здесь у нас ничего. Окей. Зеленая сфера — это некроплазма. Регенерирует твою некроплазму. Это красное регенерирует жизни. Мы это уже поняли. Вот, а это какой-то шар души. Вот. Чтобы открыть вот эту область, которая закрыта, нужно выполнить какие-то условия, да?
Нажмите X, чтобы атаковать вашим топором. Агония. Поехали. А ну-ка. Нажмите X несколько раз, чтобы... Я понял. Нам сейчас азы дают, да, с вами? Дают азы, чтобы мы поняли, что к чему и почему. Так. Давайте еще посмотрим, походим. Что мы можем здесь вообще разбить? Я, как всегда, хочу пособирать все. Комиксы хочу обязательно все найти. В любом случае, мы это с вами сделаем. Так. Идем дальше. Могу эту штуку разбить? Ого, могу. Некроплазма. Здесь ничего нет. Будем так тщательно с вами идти. О, Y. Вниз, вверх. И что это? А ну-ка. Ой, я замедление могу делать. Нифига себе. Выключаем. Это прикольно. Прикольно мы сделали. А, это еще не все. Мы можем время замедлять, оказывается, ребята. Нажмите А для прыжка. Мы это уже знаем. Нажмите, короче, прыжок-прыжок. Будет двойной прыжок. У-у-у, это потрясающе. Ладно, там давайте разобьем этот ящичек. Заберем жизнь, отлично. Ну и давайте пробовать прыгать. Берем чекпоинт. Если это чекпоинт, да, двойной прыжок получается. Отлично. Что у нас там дальше? Так, тут, короче, можно... Ой, это комикс, да, по-моему? Да, вот он и первый комикс. О, я могу цепи пускать, вы поняли? О, я могу переключаться на цели, на разные, вы поняли? Ну, я думаю, что пока нам это не надо. Иди сюда, подонок. Ох ты, кто это такой? Это страж. Блин, сейчас, я думаю, страж нам по жопе даст. Fire weapons with... У меня есть fire weapons. Что-то у меня никакого огненного оружия я не вижу. Я только могу выпускать вот эти цепи. Вот что я знаю. Они бесконечные ли это чуваки? Может, мне надо тут паука убить, чтобы они больше не появлялись? Не, не бесконечные, все. Так. With your chain. А, цепями надо мочить его. А ну иди сюда. Ох, как мы... А, тюн, да это обычный какой-то смертный. Смердяй. Тем временем мы с вами нашли два комикса уже. И обязательно их посмотрим потом. Где, что они, как они. Зачем. Это прикольно, прикольно. Шотган. Can't hit many enemies. Ух ты, у меня шотган я могу взять. Как его включить? Нифига себе. Дайте мне шотган быстрее. Ой, я могу цепляться за какие-то штуки. А ну-ка, а ну-ка. Подожди, как шотган выбирать? Во-первых, как шотгана стрелять? Вот так вот, мне нравится это дерьмо. А, вот я могу переключаться. Все, понял. Вот так вот перелетать. Угу. С управлением пока, конечно, разберусь. Это будет очень долго. Да, влево-право оружие переключать. Молодежь! Релакс, take it easy, молодежь. А мы с Кэтман, пипарапоу. О, это патрон на дробовик, судя по всему. Ружо. Будем называть его Ружо. Давайте его опробуем. Отдыхай, малой. О, вот этого надо мочить, какую-то птицу злую, злодейскую. Иди сюда. Ой-ой-ой.
Она не одна, оказывается, разлетелась на кусочки. Но мы справились. Вроде бы, да? Хоть и жизнь она у нас подъела добротно, эта птица. Но ничего, ничего. Так, здесь опять какая-то закрытая зона, и нужно какие-то условия выполнить, да, чтобы ее открыть. Комикс, я нашел комикс, ребятушки. Отлично. Кто-то опять тут... Умари! Довольно-таки злые ребята. Они очень много отнимают жизни, нападают в стаи у них. Стадом, я бы сказал. Стадный инстинкт, да? Отдыхай. Блин, реально как у Терминатора. Дробовик. Малой. Ладно, на него патроны можно не тратить. Его легко и так размочить. А вот эту летающую мерзость... Все лопнуло? Отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Летим дальше. Вот уже зона наша открылась. Следующая. Ой-ой-ой-ой. А ну-ка, что там за... Какая-то сущность появляется. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нужно навести на него цель. И мочить его. До того, как он восстановится. Отвали, подонок. Ай. Он жалит меня, дело в том, что... Отлично. Размотали. Паука. Так, здесь завалено все. Это, типа, всему выход из уровня, да? Мне кажется... Так, когда вы завершили миссию, появляется эта штука, да? Заберите эту штуку, чтобы закончить уровень. Типа того, гласит надпись. Давайте еще. Так, он наверху. Так, ну я надеюсь, здесь... Сколько мы комиксов взяли? 3. Я надеюсь, что здесь это все, чтобы нам потом не переигрывать. Ну окей, давайте заканчивать. Миссия выполнена. Так... Что мы можем? Просто продолжить, переиграть миссию и сохранить. Давайте сохранимся. Да, у нас 3 комикса, кстати, было только что. Вот мы их всех и нашли. Это очень хорошо. Так, ну что, ребятки, давайте уже увидимся в следующий раз. Посмотрим, что там дальше. Вот, следующая миссия у нас Spawn Turf. Вот. Так что всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Всем пока.